вообще, конечно, лучше снимать там на дар. Не любя родину, идти нет смысла никакого. Потому что мы сразу думаем, что мы хотим сделать Россию великой. И мы готовы натратить на это силу и энергию. Мне кажется, это патриотизм, это делать что-то полезное для своей родины. Патриотизм, понимаете, его на диване не бывает. Если ты ничего не делаешь, но говоришь, что любишь свою родину, ты не патриот. Но если ты готов что-то делать, реально, вкладывать силы и энергию в свою страну, то ты патриот. Молодежь должна вводить технологии конституционного действия. А конституционное действие – это иногда конфликт, уличная акция. Она должна быть готова, например, к тому, чтобы в случае попытки антиконституционного переворота, значит, сказать, остановить его.